Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. С праздником всех благ! Ну! Ура! 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 Служба ВДВ, естественно, всегда считалась престижной. И я помню, что в советское время каждый, думаю, мальчишка мечтал попасть в ВДВ, погранвойска, в морскую пехоту. Считалось, что это почетные, такие престижные войска, элитные, так скажем. Естественно, что эти, как говорят про воздушно-десантные войска, не попал, не жалей, попал, не жалуйся. Служба связана, естественно, и прыжки с парашютом, и всякие виды единоборств. То есть я очень горжусь, что я служил именно вот в воздушно-десантных войсках. Это очень великий праздник для них. Это воздушно-десантные войска, войска дяди Васи. Ребята всегда с гордостью произносят эти слова. Для нас этот праздник сейчас стал еще и важен, знаменателен, потому что сын у меня погиб. Сына уже нету. Теперь я отдаю дань памяти всем ребятам, живущим, погибшим. Ребята знают, что 2 августа надо прийти. И практически все, не обязательно идет даже оповещение, но не всегда знают, что 2 августа – это святое. То есть они все приходят, все чтят память.